Полное описание и точная дата выхода 4 по 6 серию нового российского сериала «Хозяйка горы». Новые серии сериала будут выходить на телеканале «Россия-1» 20 июля. 4 серия, 2001 год. Дочке Алены, Танюше, уже 2 года. У девочки особая связь с Василиской. Ее любимая игрушка – кольцо с изумрудом. Единственная маминая драгоценность. Алена устраивается на работу сортировщицей камней к ювелиру Юлиусу. Его предприятие находится под контролем Артемовых. Лариса, заметив Алену, добивается ее увольнения. Тогда Алена начинает работать с черными копателями. 5 серия. Автомастерская Ильи сгорает. Сам он чудом остается жив. Бандиты являются домой к Алене и Илье и требуют срочно вернуть долг. Илью ставят на счетчик. Алена просит у Юлиуса денег взаймы. Тот отказывает, но случайно замечает у маленькой Тани кольцо с изумрудом. 6 серия. 2003 год. Илью приговорили к 5 годам общего режима. В колонии ему приходится непросто. Алена с Таней с трудом выживают. Спасает их лишь особый талант девочки находить в лесу первоклассную изумрудную руду. Мальцев, любовник Ларисы Артемовой, делает ей предложение. Кирилл возвращается домой из Чечни, но вскоре снова уезжает. Он не может смириться с решением матери жить с убийцей его отца. Алена навещает Илью в тюрьме, а тот внезапно просит у нее развод. Напомним, с 4 по 6 серию сериала будут выходить на телеканале «Россия-1» 20 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.